Добрый день, меня зовут Султан Айлбаев. Я расскажу вам о новостях фондового рынка. Фондовый индекс США в среду закрылись в минусе. Так, S&P 500 показывает минус 0,4%, откатившись от позитивной территории, где находились основное время сессии. ФРС ожидаемо повысила процентные ставки на четверть пункта. Это означает, что перспективы роста экономики обеспечивают дальнейшее агрессивное повышение ставок, чем рассчитывали некоторые инвесторы. Доллар США вырос после объявления ФРС, но затем также закрылся негативно. Котировки нефти продолжили рост третью сессию подряд, после того, как данные Министерства энергетики США показали снижение запасов, превысившие ожидания. Фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $66.64 за баррель. AT&T Corporation получила одобрение от американского суда о покупке Time Warner по одному из крупнейших антимонопольных дел за десятилетия. За этим делом очень внимательно следили телекоммуникационные, медиа и технологические компании из-за ее потенциального влияния на будущие подобные соглашения. Сектор в целом на торгах в среду стал лидером снижения. Перейдем к новостям компании. На прошлой неделе стало известно, что компания Apple запатентовала браслет с функцией мониторинга работы сердца. Это носимое устройство, которое может стать новым направлением развития Apple как компании-поставщика медицинского мониторинга. Компания Apple уже показывала свои намерения развиваться в сфере медицинских услуг и активно расширяет возможности своей мобильной платформы HealthKit. Также, по неофициальной информации, Apple изучала возможность добавления в умные часы Apple Watch датчика уровня глюкозы в крови, который будет востребован людьми с диабетом, а также сторонниками здорового образа жизни. В новом патенте от Apple представлена концепция компактного фитнес-браслета для измерения кровяного давления. Устройство будет очень точным и сможет правильно оценить пульс и давление в зависимости от активности и положения тела. В будущем такие возможности будут востребованы, например, при расчете медицинской страховки. Вероятно, браслет будет соединяться с другими устройствами Apple и интегрироваться в HealthKit. В начале 2018 года компания подписала соглашение с дюжиной крупных поставщиков медицинских услуг. Таким образом, Apple продолжает работать с медицинскими технологиями, и это направление может стать новой точкой роста компании. На торгах 13 июня акция Apple стоила порядка $190. Сеть строительных магазинов Home Depot планирует потратить более $1 миллиарда в последующие 5 лет, чтобы ускорить доставку товаров. Компания добавит 170 точек по США для того, чтобы захватить 90% населения доставкой за один день или меньше. JP Morgan повысил целевую цену акции Twitter до $50 от 39, подтвердив рейтинг на уровне выше рынка. Аналитики банка пересмотрели свои смоделированные оценки прибыли в сторону повышения, сославшись на усиление динамики в рекламе, особенно на крупнейших рынках. Акция остается одной из лучших идей JP Morgan наряду с Facebook и Amazon. С вами был Султан Айлбаев. Увидимся на следующей неделе.